Вот и наступил этот день, 1 сентября, начало нового учебного года. С этого момента начинаются волнения и радость для учеников и педагогов, а также их родителей. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, развернулась в гимназии номер 3, где собрались главные виновники празднества, а также приглашенные почетные гости из числа служащих муниципалитета. В лице первого заместителя главы администрации Каргали Каргалиева, депутата городского собрания Абакара Абакарова, общественных и спортивных деятелей. По традиции начало празднику было положено с напутственных слов директора гимназии Ризвана Галоева, который в своей речи сказал, что главный первый шаг к успеху в своей жизни каждый человек совершает, переступив порог школы. Все государственные работники, организации, учреждения, они ведь все начинали с первого класса, с первого учителя и стали такими людьми. Уверен, что посреди вас тоже есть такие же будущие деятели, которые себя проявят именно у нас в гимназии, благодаря профессионализму нашего педагогического коллектива. В ходе всего праздничного мероприятия для всех собравшихся учащимися совместно с педагогическим составом была подготовлена небольшая концертная программа, куда вошли вокальные и танцевальные номера. Далее поприветствовать гостей и учеников слово было предоставлено депутату городского собрания Абакару Абакарову, который от имени главы города и всего депутатского корпуса поздравил учащихся с началом нового учебного года. Хочу пожелать учителям красивых, послушных детей, а вам, дети, чтобы вы учились, получили знания, были образованы грамотными людьми, чтобы, вступая в новую жизнь, вы были настоящими патриотами своей страны. Самым главным и волнительным, несомненно, этот праздник сентября стал для первоклашек. Знакомство с первой учительницей, которая станет для каждого добрым путеводителем по школьной жизни и интересная дорога к знаниям. Мама с папой почему-то сильно волновались. Говорят, не спали ночь, за меня боялись. Добрые слова напутствия для учеников прозвучали отовсюду. Педагоги пожелали своим подопечным увлекательной яркой учебы и достижения успехов. А выпускникам, для которых 1 сентября 2017 года является последним в стенах родной гимназии, успешной сдачи государственных экзаменов. Как известно, талант – это 1% гения и 99% падения. Успехов всем, старания, желания учиться и удачи в новом учебном году. С праздником! Кульминационно на праздничной линейке прозвенел первый звонок на урок. В этом году в первый класс в гимназию номер 3 пойдут более 170 учеников, которым предстоит пройти нелегкий и интересный путь к знаниям на протяжении 11 лет. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».